битве атамана Парамонова и Басурман-Паши на железном заводе о 90-х годах. Ой, дело было, козаки, на той, на Волге, на реке. Всей Европы на виду, 90-м году. По реке, по Волушке приплыл до нас донарочный боец. Весь на вылет ранятый, союзный нам бригадушки боец. Ой, голова повязана, кровищей перемазана. А он коньяк заказывал, чернуху нам рассказывал. Ой, да полна вам, казаченьки, сидеть по барам, на горилку жрать, с поблядушек местный дай оброк, налог мизерный собирать. В соседнем городе, ты слышь, когда творится беспредел, Басурман Паша-то там центральным, слышь, рынком завладел. Ой, молвил, да расслабился, да сей же час приставился. Улетел, да боженьки, не вынюхав дороженьки. Ой, да подымался на ноги тут сам до Парамонов атаман. С погребов железных, ой, да бомбы, пулеметы вынимал. Снаряжал на дело два десятка, да 12 козачков. Самых ему преданных, да ой, да отмороженных качков. Атаман с урядником на джипе с кенгурятником. А все его ребятушки на новеньких девятушках. Отозрался сам Паша, решать да побанять ее вопрос. Обернулся полозом, змеей да под прилавками пополз. Грянулся о землю со всей дури Парамонов атаман. Полетел он соколом, да побежал он соболем, да ой, змею гадюку поймал. Козаки от упору мочили мелко шушару, а Парамонов с тем Пашой сошлись в битве на большой. Бились они да на заводе средь мартыновских печей. Кончились пули в пулемете, битва стала горячей. Ой, как терминатор, атаман железный ломнял у металл. Оступился Басурман Паша, упал в расплавленный металл. Люба! Козачки ко времени все получили премии, а за разборку правую Парамонов атаман, да войско его покрыты вечной славою.